Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И сегодня мы приготовим кабачковые палочки, запеченные в духовке. Вот у меня два молодых кабачка. Значит, я их уже помыла тщательно. Обрезаем хвостики и вот так примерно на три части разрезаем. Такими палочками, чтобы было где на 4, где на 3. Как у вас, смотрите по толщине. Вот сначала на 2, потом еще на 1. Раз. Вот на такие палочки. Итак, кабачки я уже порезала, видите. Сейчас берем одно яйцо, немножко соли сюда. Мы кабачки не солим. Яйцо солим. Видите, сколько соли и перчику сколько же. И взбиваем. Если мало будет одного яйца, потом еще одно расколотите, а сразу не надо. Сюда будем макать наши палочки кабачковые. В другой миске мы смешиваем 1 стакан панировочных сухарей. Я их сама делаю. И полстакана примерно, чуть больше, твердого сыра. И тоже хорошо перемешиваем. Вот так, видите, с сухарями сыр хорошо перемешан. Лист у нас не смазанный маслом, а я постелила фольгу или бумагу кондитерскую постелите. Что мы сейчас делаем? Значит, мы берем наш кабачок, хорошо обмакиваем в яйцо со всех сторон и потом в нашу смесь. Вот так. И выкладываем на листик. И так все. Начинаем делать и выкладываем на листик. И вот я уже все уложила, все кабачковые палочки, и ставлю я в духовку нагретую до 200 градусов на 35 минут. Вот уже листик я достала из духовки. Вот такие красивые у нас получаются кабачковые палочки. И вот уже наши кабачковые палочки на тарелочке. Подать можно со сметаной, можно с соусом, с любым, с майонезом. Приятного аппетита и удачи вам!